Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на третьем раунде аукциона появился на продаже G-SOR за вполне себе приемлемую цену 8500 голды. Что собой машина представляет, сколько он стоил, ну и как она себя ведет в боях, сейчас все это дело вам покажу. Значит, смотрите, 8500 снизится до 7750, то есть на 750 голды цена упадет ниже. Ну и для понимания, сколько стоил он раньше, он стоил 10000 в голом состоянии. Выставляли его на продажу тогда же, когда он выходил на продажу вместе с Каноне Ягдепанзер в одном комплекте, и тогда его можно взять было отдельно без ничего. Что касается брони. Брони у машины нет от слова совсем. Это полностью картонная ПТ-ха, но и в принципе чего от нее ожидать. Это ПТ в первую очередь, которая обладает барабаном с хэш-фугасами. Ну и если бы разработчики наделили эту машину еще и броней, ну тогда бы это была совсем имба. А так танковать здесь вообще нечем. Все, что будет в вас отправляться, все будет великолепно в вас прилетать. Местами будут круто прилетать фугасы, ну а что касается базовых снарядов любых орудий, то в целом даже семерки вполне спокойно пробивать вас будут. Что касается ценника, который сейчас есть на аукционе, то, как я сказал, уже получается дешевле, нежели продавали раньше. Но объективно хотелось бы взять эту машину максимально дешево, а значит просто ждите, когда цена будет снижаться и когда машина будет прям разлетаться, тогда уже ее и забирайте. Если вы любитель ПТ-шек, поверьте мне, вы будете очень довольны. Что касается ТТХ по орудию. По орудию здесь действительно все очень классно, все очень весело. Здесь есть барабан на два снаряда. Время перезарядки между собой снарядов в магазине составляет 2,5 секунды, что вполне себе комфортно. Единственное, что на дальних расстояниях, а на G-SOR очень хочется играть на дальних расстояниях, время перезарядки внутри магазина немножечко все-таки не хватает. Порой не хватает какой-то буквально доли секунды. Что касается времени перезарядки магазина, вполне себе приемлемое, неполных 15 секунд. При этом всем ДПМ мы имеем в 2445, практически 2500 урона за минуту можете потенциально сделать. Все это благодаря тому, что за каждый выстрел вы наносите по 350 на базовом снаряде. А если будете бросать осколочно-фугасные голдовые, то будет 440 за выстрел. А значит, с барабана 880 единиц среднего урона. И это все благодаря тому, что у вас есть возможность закидывать эти осколочно-фугасные с повышенным уровнем пробития. Осколочные хэш-фугасы имеют пробитие целых 187 мм. И именно в этом фишка данной ПТ-хи. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8. И я бы сказал, что более чем достаточно для того, чтобы качественно отыгрывать. Ну а что касается времени сведения и разброса, то сейчас на это все дело будем смотреть в первом попавшемся бою. Куда с вами, ребят, и отправляемся. Ну что ж, друзья, давайте будем обсуждать. Первое, что хочется сказать, что G-SOR это та ПТ-шка, на которой ни в коем случае нельзя ехать первым куда-то, потому что вам будет сразу хана. Вас разберут очень быстро, вы картонный, в вас даже целиться не надо. Поэтому едете благодаря своей, пускай не сильно крутой, но все-таки довольно приемлемой подвижности куда-нибудь на позицию, на которой собираетесь отыгрывать, и там кого-нибудь, как такая себе хищница пиранья, выжидаете этого товарища, ждете, пока он совершит какую-то ошибку, ну и дальше реализовываете свой барабан. Ждем, пока это чудо произойдет, не происходит, едем дальше. Будем пытаться продвигаться чуть-чуть вперед, ну и, соответственно, там кого-то выискивать. Вообще, G-SOR это ПТ-шка, которая требует от вас максимального спокойствия. Вы не должны никуда торопиться, вы должны просто приехать туда, куда вам надо, ну и там быть полезным. Также данная ПТ-ха однозначно подойдет тем игрокам, которые любят попытешить где-нибудь вдалеке от своих соперников, затихариться где-нибудь в каких-нибудь кустах или за какой-нибудь горочкой небольшой и оттуда по засвету своих союзников вполне спокойно отстреливать. Что касается времени сведения. Время сведения просто шикарно. Цифра, которая заявлена, она может быть и не настолько крутая, кажется, на первый взгляд, но, ребят, при этом всем вы действительно очень бодро и быстро сводите. Что касается времени перезарядки магазина. Время перезарядки магазина тоже классное. Вы его практически не ощущаете, несмотря на то, что это 14 секунд. Когда вы находитесь где-нибудь вдалеке от своих соперников, то, соответственно, вас это время сведения это и не пугает. Сейчас я два раза закинул более 400 единиц альфы. Таким образом, с барабана закинул практически 900 единиц урона своему сопернику. Ну и в этом, как раз, как я и говорил, фишка данной машины. Фишка машины заключается именно в этих осколочно-фугасных с повышенным уровнем пробития, при котором борта и корма практически всех средних и легких танков для вас абсолютно доступны с целью пробития. Так, откатывается СМВ, а это повод
подкатиться нам чуть ближе и, как вы видите, вполне спокойно реализовать барабан и откатиться назад. Да, в бортину получил, вопросов нет, но нанесли мне урона гораздо меньше, нежели нанес я. Продолжаю играть втихаря, продолжаю выжидать соперника. Сейчас его подсветят, и я больше чем уверен, что я закину ему еще немножко. Что касается угла склонения орудия. Классно, бодро, удобно. Я не могу сказать, что на этой ПТ-хе вы сможете играть. А куда я попадаю постоянно? Блин, в гору что ли? Я не могу сказать, что на этой ПТ-хе вы сможете играть от башни, точнее от рубки, в том понимании, как это вообще принято, да? Танковать рубкой, ну и, соответственно, благодаря этому отыгрывать классно. Но отыгрывать где-то на неровностях у вас будет получаться практически всегда. Ну вот, наконец-то, нашел товарища и вполне спокойно отправляю его в ангар. Ждем. Ждем, пока перезарядимся. Ну и дальше будем реализовывать барабан по ходу вот в этого СМВ. Сейчас посмотрим, куда он отвернется. Не хочется попадать ему в прицел, потому что, в принципе, для него я кусок лакомый. Он меня тоже выжидает. Может, как-то отсюда попытаться, когда его подсветят. Главное, чтобы у него хитрости не хватило кинуть просто наугад. Ну, ребят, светоните его. СМВ свалил. Класс. А второй? Я остался один. Просто супер. Да, ребят, скажу честно. Все-таки слил он меня по первому же засвету. Скажу честно, G-SOR, он не терпит одиночной игры, и это не более чем ПТ-ха поддержки, но в то же время эта ПТ-ха, она позволяет оказывать достойную поддержку союзникам. Главное, чтобы ваши союзники при этом эту поддержку нормально реализовывали. То есть, когда я, допустим, вижу, что в команде есть G-SOR, я всегда пытаюсь сделать так, чтобы мой соперник был на линии прострела у данной ПТ-хи. Ну, а дальше уже надеюсь на то, что тот, кто сидит за рулем этой ПТ-хи, реализует мои попытки ему помочь. 2400 единиц урона. При абсолютно спокойном геймплее один уничтоженный соперник. Что касается результатов фарма, то 51 тысяча серебром. Что это в виде чистого заработка без прем-аккаунта, то здесь, ребят, 35 500. Но учтите, я использовал несколько голдовых снарядов для того, чтобы показать, на что машина способна, да и в принципе реализовать игровой момент, когда смог нормально закинуть два снаряда в своего соперника с повышенным пробитием, ну и соответственно с повышенным пробитием фугаса и, соответственно, с повышенным количеством урона, который я ему нанесу. Ну и в моей команде я занимаю первое место. Да, пускай не сильно каким-то там крутым отрывом, но я больше чем уверен, что этот вклад, он, во-первых, мог быть бы больше, ну а во-вторых, это могла быть бы победа, если бы сами союзники реализовали все свои возможности. Наши соперники показали себя на достойном уровне, я считаю, что это лишний повод их похвалить и высказать им свою благодарность за качественную игру, которую они показали, ну и, соответственно, предоставили мне возможность поучаствовать в интересной катке. Вот такой вот он G-SOR. Если вы хотите увидеть больше про G-SOR, переходите по ссылке, которая есть в описании. Ну а еще жду сегодня вечером, буквально через полчаса-час, всех на своем стриме, на котором я буду разыгрывать премиумные танки среди присутствующих зрителей. Я побежал готовиться, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.